стояли сейчас и отрабатывали. То есть нож вместе с телом у нас работал, мы как хотели, как была в голове возможность, да, мы его меняли. То есть не отрабатывали специально какое-то отдельное движение, а просто старались почувствовать, делать попытки, как бы просто взять, забрать нож. То есть я работаю и ничего, в общем-то, больше не делаю. Он пытается забрать нож. Без суеты, не суеты. О. То есть мы сразу раз. Не дергайтесь, иначе или глаз выклеим. Значит, плавно старайтесь все делать. Раз, пытается забрать. Раз. Не суетитесь, не суетитесь. Вы так сейчас будете дергаться, и глаз выклеите себе. Плавно ставится, просто пытаюсь забрать. Ну, оп, вот, раз, пошло. Оп. Оп. Видите? Раз, пытаюсь забрать. Оп. Вот. То есть вот это вот движение. Будете дергаться, вот все будет зависеть от него. Все будет от него зависеть. Чем резче он, тем... Казалось, безобидное действие, но вы можете глаз выколоть. Поэтому оденьте лучше очки. Для меня это безопасно, для вас это уже опасно, потому что вы дергаетесь. Сам крути, вращай. То есть вы смотрите, пытаетесь отобрать нож. Оп. Оп. Да, раз. И заодно пытаетесь тоже прочувствовать, да? Оп. Пытаетесь забрать нож. Будет вырывать, будет бить, и он же не будет контролировать, он прилетит в глаз вам сейчас, и все. Поэтому плавненько, спокойно, раз я пытаюсь отобрать нож, забрать руку, вот, ты видишь, работаешь силой, поэтому смотри, раз, и все, понимаешь? Вся штука, ты меня начинаешь забирать. Видите, вся штука в чем? Оп, оп, а раз, оп, видите? Оп. Оп. Видите, работаем всем телом. Раз, все время можно переводить из руки в руку. Менять хват. Оп. То есть вот это упражнение, понимаете, спокойненько. Он спокойный, вы спокойны. Очки одеваем, поэтому. Там мягче, мягче, и таз включай, таз включай, таз, 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 Денис, таз. Прям тазик включай, плечи освобождай. Мы сейчас делаем нож, возьми. Все. То есть опять, я хочу напомнить, что это упражнение, вот предыдущее, да, вот когда мы пытались заходить, это упражнение. Для чего? Вот когда мы работаем просто по воздуху, это кайф, да? То есть мы просто балдеем, работаем, нам ничего не мешает. Потом, когда он пытается у нас забрать нож, здесь уже стрессовая ситуация, то есть уже помех столько, что мы начинаем, многие начинают сразу работать рваным, уже начинает, уже не получается вот эта работа, а наша задача ее осуществить. И это упражнение, то есть невзирая на помехи, мы как бы учимся включаться, переворачиваться, то есть использовать друг, совершенно другие вещи, да, то есть руки, ноги. Сейчас, в данный момент, я опять. Почему я говорю, мы вращаем? Еще раз говорю, это упражнение. То есть это такие дрилы, да, у нас. Вот. То есть только для чего? Для того, чтобы сознание не фокусировалось на одном действии, а наоборот, для того, чтобы мы научились расфокусироваться. То есть мы не должны сейчас конкретно следить за ножом, контролировать каждый миллиметр его движения. Мы должны делать свое дело и как бы наблюдать за этим со стороны.
И вот сейчас я продолжаю опять работу. Я просто кручу, я делаю упражнения, я работаю над собой. И вот Василий меня начинает атаковать ножом. Любые атаки совершенно. То есть мы оба. Это упражнение, ну видите, мы должны сделать непрерывно. Оно должно быть непрерывным у нас. И не надо следить за этим ножом. То есть мы, в общем-то, уже наблюдаем за всей ситуацией. То есть мы должны как бы сверху на это глядеть. Понимаете? То есть ничего не должно нарушаться. При возможности, я говорю, вот идет возможность. То есть, ну, вот видите, дело хуже. Вот видите, почему, я говорю, все тело работает. Вот уже воткнул. Ножичек начинаю забирать. Как только он начинает жестко, начинается борьба. Но сейчас, понимаешь, видел? Поэтому борьба, вот еще вот он вышел. Не надо бороться. Вот. Пук. Вот видите движение. Оп, вышел. Оп. Видите, одно движение ушло, второе. Вторым движением. Видите, что произошло? То есть раз, оп. Видите, второе движение есть. Ему хочется ударить не сюда, я бью сюда, а так как я работаю в связке, да, не надо связку нарушать. У вас все время будет одно выходить из другого. Почему мы сейчас вместе связаны? Как раз для того, чтобы эту связку осуществлять. Ее не обе... Их можно размыкать, потому что когда мы привыкнем к этому, и он будет просто атаковать, то есть они будут работать сами по себе, руки. То есть они, бах, то есть они, видите, работать будут в разомкнутом состоянии. А сейчас мы как раз учим их. Оп, видели? Вот, то есть не даю ударить. Вот ты. Оп. Оп, не рвем, тум, не надо, не напрягайся. Есть напряженное, то есть я сейчас упражнение делаю, да, то есть первое, моя не цель его убить, потому что если моя была цель убить, я уже убил. Я начинаю работать, он начинает жестко держать руку, мне проблем нет, я его просто перехватил и все. Пока человек жестко нажал, он с собой борется, он не со мной борется. Но у меня цель другая, поэтому сейчас, если один расслабленно работает, второй напряженный, то есть, ну как? Естественно, сейчас тот, кто напряжен, то расслаблен, он сейчас его продавит, и все, но условия другие. То есть, если был бы бой, то вот это вот гораздо было все, кончилось быстрее бы все. Мы занимаемся вот этими дриллами для того, чтобы почувствовать, размягчиться, чтобы движение ушло медленно. Вот, мягенький, видите, бежит. Бум, он на нас нападает. А мы должны уметь клиниться. Стараясь как бы не размыкаясь. Если размыкает, то на время. Понимаете? То есть вот старайтесь, чтобы все соединялось. Не отвлекайтесь на рваные действия. Старайтесь удержать вот эту вот техничку, чтобы оно вот выходило. Видите, еще раз напоминаю. О, вот он. Он начинает резать, я здесь, о, уже воткнул в печень. О. Видите, только медленно работая, вы поймете вот эти нюансы. И у вас сознание будет постепенно ухватывать какие-то элементы. Ухватывать. Не торопитесь, будете торопиться любой ценой провалить, продавить, ничего не получится. Начинайте, вот там раз, не продавливайте.
Смотрите. Понимаете? Будете двигаться, будет все получаться. Двигайтесь не только руками, не только плечами. Не напрягайтесь. Поехали.